11 августа отмечают День строителя. Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен и качественного рабочего момента. Побольше вам прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость. С уважением, коллектив ВТВ.